Друзья, привет! Верховный Отец Вселенной сегодня будет делать пугач. Что случилось? Объясняю. Был я недавно в лесу и наткнулся на кабанью тропу. Ну все, нашел я резину. Вот она от камеры. Труба. Гвоздь. И фольга. Свинца не удалось найти. Ну, может, попозже найду. Пока что фольга. И так нормально будет. Отрезаю резину. Давай. Все, вот есть. И запасная, и штатная. Так, теперь будем заниматься трубой. Сейчас все покажу. Все, положил трубу на чугунную плиту. Заминаю. Все, вот видно. Один конец плоский. Так, сейчас будем гнуть. Ну все, догибаю уже здесь в тесочках под 90 градусов. Так, теперь надо будет разметить и отрезать. А, ну для начала сниму заусенец. Так, берем гвоздь. Вот сколько надо загнуть гвоздь, чтобы резинка вместилась. Размечаю. Зажимаю в тиски. Ай да я! Ай да молодец! Все. Теперь по гвоздю будем прикидывать, сколько трубочки нам надо. Даже, не знаю, размечать будем. Чей, так прям. Ну, да, в принципе, как-то так вот. Есть там уже риска, по ней отрежем. Снимаю заусенчик, все равняю. Так, а где ж фольга? Улетела ж. А, вот она. Фольга улетела, с болгарки дует. Фольга улетела. Так, сейчас продолжу. Снимаю заусенец изнутри, ну, сверлышком. Все. Гвоздь должен там свободно ходить, чтобы газы выходили. Чтобы он его... Ну, короче... Чтобы у нас не пистолет был, а пугач. А то гвоздь вылетит. Так. Ну вот так, да, примерно это будет. Осталось фольгу набить. И немного в холостую погонять. Я уже взял снаряды. Так, все, фольгу. Фольгу. Засунуть надо туда. Гвоздем ее чуть протолкать. Надо подготовить место под гвоздь.
гвоздик, огранку сниму с гвоздя, чтобы он конусом был. Чуть притуплю. Боёк такой получается. Ну, еще немного фольги притрамбовать его хорошенько. Нормально, я думаю. Ну, в холостую сейчас попробуем пощелкать, прибить фольгу. Блин, что-то тут здоровья много. Надо, наверное, снизу пугача какой-то наварить штуку, чтобы резинка не слетала. Так, закладываем снаряд. Сколько? Одну, две. У меня аж ностальгия. Я помню, мы бегали и типа в войнушку играли. Ну, конечно, ничего там не летало. Так, с пугачами. Тихо, тихо. Не, надо, наверное, снизу пугача что-то сделать. Осечка. О! Вот это сила! Две спички, бля. Ну, сейчас я еще снизу, вот смотрите, снизу как-то резинка плохо сидит. Надо чуть, наверное, удлинить вот снизу. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Бам-бам, тут резинка не соскакивает. Ну, да. Да, нормально. Вот длину, которую ты делал. Кстати, мох, они потянут, у них здоровья нет. А, как это не потянуть? Ребят, это ж я все своими золотыми руками. Колечко, где у тебя? Давай колечко приварим сюда. Колечко. А, колечко, блин, да нет у меня сейчас колечко. Ну давай колечко сделаем. Сейчас мы колечко сделаем сюда, да. Вообще. Давай я вокруг обварить. Не, вокруг. Не надо вокруг. Просто сейчас мы колечко. Сейчас, ребят, колечко сделаем. А оно так, заодно так, там нормально все будет. Делаю кольцо. Блин, Сереж, ты в кадр попал. Лично своими золотыми руками. Вот, будет колечко. О, да ядреное кольцо. Ну что ж. Нормально. Потянет. Все, теперь разрезаю. Все, вот получились два кольца. Ну вот одно, второе на болту осталось. Ну вот это сейчас, наверное, мы приварим. А это, ёпта, горячее. Вот тебе уклёп. Блядь, ёпта. Летает ему.
прям в торец, да, к трубочке его, да, приварить. Прямо. Да и все. Вот. А это что? Это что я делаю? Ничего не делаю. А, просто его подровняешь, да, так? Ну, пойдет. Да, тут кольцо, блин, дольше, чем пугач делали. Я не выстрелил взрывом, да, там. Да ну, не. Да ну, такой ты, этот, чё? А ну, Олег, давай. Тимоха, Тимоха. Тимофей Павлович. Сейчас, ребят, я приварю. Давайте. Поехали. Во, вот это будет мощное кольцо. Револьвер. Ну, с этой стороны надо, не надо, я не знаю. Будешь подваривать? Да я думаю, зачем? Так, сейчас охлажу. И все, продолжай. Ну и все, сейчас. Палочки. Сейчас надо ж меня лично снять, как я бахаю. На стрельбище. Иди на скрежу, да, на колечко, где муха полезет. О-о-о, а где ж та резинка от первой? Не, одну я взял. Использовали. Одну я взял. А, вот она. Тимур, теперь не соскочим. Глянь, какой наган у тебя будет. О-о-о. Ну, это все. Это мощнее у тебя резинка, есть? Блин, давай вот эту я. А тут сама. Смотри, она может горячая, не? Да я же ее охладил. А вода туда не попала? Нет, мы с обратной стороны сходили. Ну теперь, Тимур, вот это наган у тебя. Вот это сила! О, вот, да там даже что-то и оставалось по чуть. Как оно не сгорело, когда Олег там дугу дал. Да, надо вытряхивать, а то вот этой дрянью забивается. Сними ты теперь, вот держи, я это... Ну я хотел. Вот. Смотрите, берем спичку. Сюда ее. Одну и вторую. Так, гвоздик. Все. Резиночку натягиваем. Так. Так, теперь надо, смотрите как. Тимоха, надо ржнуться! А теперь бахаем. Чё это там? Совсем не серьезно. Череповец спички плохие делает. Заряжай. Сколько ты спичек зарядил? Да две. Значит, плохо притрамбовал. Не хочет, ребят. Больше, Тимур. Давай больше зарядим. Это, ну не, ну там что-то пшикнуло, но это ж... Все, сейчас буду бахать. Короче, сам буду бахать. Что-то у меня не идет. Сколько, три, да? Ну, еще одну оставили в резерве. А у меня еще есть. Да у меня тоже там есть. Еще есть. Короче, все, сколько? Так три. Два, три спички зарядили. Ну там две было, я не знаю, она, ну, что-то... Значит, пять, Тимо. Резинка порвалась. Некачественная резина. Блядь. Короче, порвалась резинка, да что ж такое? Вот так кабанчика буду пугать.
Не, наверное, чтобы оно на шляпку не попадало как-то. Это тугая, наверное, да? Тихо-тихо. Ёх, твою мать! Надо третий муж. А ты с двух. И плюс два. Слышь, не, людей так пугать нельзя. Еще раз. Не, все, хватит, наверное. Ты хоть посмотри, что мы там начутили. Давай, пять зарядим. Пять, а оно стрельнет. Три, давай. Стрельнет. Сейчас. Давай, за лентой, заряжай. Да, и за лентой. Чтобы удобнее было держать, меньше отдача была. И скорострельность надо повышать. Да, и убойную силу, и скорострельность. Все, заматываю. Сейчас замотаю его весь. И все будет ровно. Пошла, просто держи его. Заряжаю. Одна. Вторая. Ну и третья, наверное, небольшая. Все, притрамбовываю. Одеваю резинку. Взвожу. Осечка. Еще раз. На, Тимоха. Что у меня стреляет. Давай. Нет, сырые. Нет, березинка порвалась. Да ёпты, блядь. Сырые спи. Я, значит. Ох ты, ёпта. Блядь. Третья! Скажешь кабану, покури трошки, сейчас я шугану, блядь. Сейчас мы её, блядь, расстреляем. Вообще ноль. О! Не. О-хо-хо, наконец-то! Ты его, блядь! Ты! Ай да я! Слышь, ты мог! Я постою, пощелкаю. Если стрельнет, продолжай снимать. Потому что я хочу. Чувак? Я про свой бывший просто. Продолжай снимать и все давай. Нет. Пальчик, сейчас пальчик расскажет тебе, что ты делаешь. Не, Тимур. Ты сам испугался. Снимай, быстрее, боль пошла. Друзья, я сделал пугач. Сейчас бахну. Тут вообще все в шоке. Кабаны разбежались вообще за пределы нашей области. Убежали. Ну вы все видели. Трубка, гвоздик, резинка. Все обмотал, колечко приварил. Там внутрь набил. Ай да я, ай да молодец. С вами был Верховный Отец Вселенной. Пока. Тимоха, надо пристреливать.